человек, который живет без Бога, он автоматически наполняется периодически такими мрсотиями, такими грязными вещами, грязными жидкостями. Периодически, обаче, човек, когато не е достатъчно внимателен, той се зарежда с нечистоти, нещо, което е вредно. Поэтому Иисус Христос и говорит о том, что не то нас оскверняет, что входит в наши уста, а то нас оскверняет, что выходит из наших уст. Затова Иисус Христос казва: не е важно това, което излиза от устата, а което влиза в устата ти, а онова, което излиза от устата ти. Но какое преимущество верующего человека? А какво е предимството на вярващия? Преимущество верующего человека в том, что Иисус Христос обещал, что Он из наших чресел откроет вечный источник. А кое е ценното? Това, че Иисус Христос обеща, че от нашите чресла, от нашата вътрешност, ще излизат реки от вода. Источник вечной жизни. Това е источника на вечния живот. И это прообраз Духа Святого, на самом деле. И това е преобраз на Святия Дух. И смотрите, если вот сосуд наполнен чем-то грязным, и ако този съд или това шеше е наполнено с нещо нечисто, если поставить его под источник воды, чистой воды, родниковой воды, и ако го поставите под струята на някаква изворна вода, и этот сосуд будет постоянно этой водой переисполняться. И ако това се препълне така до изливане, вот это излияние будет постоянно его очищать. И именно това преливане на водата ще бъде онова, което той почиства. И этот сосуд всегда будет наполнен самой чистой родниковой водой. Ето по същия начин и нашите съдови по същия начин, по същия принцип става това очистване. Это прообраз Святого Духа. Това е преобраза на Святия Дух. Слава нашему Господу. Слава на нашия Господ. Скажите аминь. Кажете аминь. Я тут нашел одну такую прекрасную вещь. Я когда буду плохо слышать, я буду так представлять, что вы говорите, я не слышу. Давайте еще раз повторим. Аллилуйя. Вот, что-то скажите, или аминь, или слава Богу, или аллилуйя, или помашите рукой. Ну вот я буду так периодически представлять и сразу раз, ну, да, и как бы понятно, да? Просто я буду немножко привлекать ваше внимание. Тема моей сегодняшней проповеди. Каква е темата на моята проповед днес? Уверен ли ти в своем спасении? Уверен ли си в своето спасение? Если у тебя... Сигурен ли си, по-точно, да, сигурен ли си? Если у тебя уверенность, то что ты спасен. Трябва да бъдем уверени, че ние сме спасени. Спросил себя сегодня, я уверен в своем спасении? Али да се попитаме, уверени ли сме в своето спасение? Давайте мы откроем первое место. Първото място, на което ще отворим. И оно написано в Евангелие от Луки. Това е написано в Евангелието на Лука. 2 глава. 2 глава. 7 стиха. От 7 стих. Я прочитаю на русском, на проекторе вы сможете прочитать на българском. Имаме на екраните, имаме българския текст. Нека да следим внимателно и ще разберем темата. И что здесь говорит евангелист Лука? Какво казва евангелист Лука? «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающего: «Слава Всевышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, и пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария, Матерь Мария, сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И чуть попозже, с 21 стиха, По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по Моисееву закону, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, развержающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы и 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый. Представляете, уже тогда, до Христа, были мужи праведные и благочестивые, тем более после Христа, правда же? Чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников», то есть нас, в том числе и нас, «и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал матери его, Марии: «Се лежит сие нападение на восстание многих в Израиле и в предмет пререкания, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Аминь. Я почему читаю так много? Потому что сама Библия является... Защо така много чета? Защото самата Библия се явява... является мощнейшим свидетельством, фактом. Това, защото в нея е мощното свидетелство на фактите. Мы верим в Евангелие. Ние вярваме в Евангелието. Сегодня буду говорить о том, что нет такого понятия в Библии, как православная вера, или католическая вера, или даже протестантская вера. Ето днес ще говоря за това, че вярата не може да бъде или само православная, или само католическая, или протестантская. Послание к Ефесянам написано, что есть только одна вера. Написано и в Ефесяните, что има одна единственная вера. И в послании к Филиппийцам в 1 главе в 27 стихе написано, что вера евангельская. Защото в Филиппяне написано, что вярата е каква? Евангельская. Мы верим в Евангелие. Ние вярваме в Евангелие. И эта вера нас спасает. И именно тази вера не спасява. И Евангелие говорит об одном, только об одном Спасителе. И Евангелие говорит за самый единственный Спаситель. И кто этот Спаситель? И кто этот Спаситель? И этот Спаситель не какой-то человек, не какое-то учение. Този Спасител нито е човек, нито е някакво учение. Не какая-то отдельно взятая деноминация или направление. Нито някаква отдельно взята деноминация. Есть только одно имя, которым нам надлежит спастись. Это имя... Има само едно име, в което можем да се спасим. Какое это имя? Какво е това име? Это имя Иисус Христос. Только Иисус Христос. Името на Иисус Христос. Аминь. Аминь. Слава нашему Господу! Слава на нашего Господа! Есть только один Спаситель. Самый один Спаситель има. Есть только одно имя, которое спасает. Самое одно имя има, което может да спаси. И что это за личность такая? Что за личность това? Кто такой Иисус Христос? Кто Иисус Христос? И почему только Он спасает? И за что именно само Той спасява? В Евангелии от Иоанна вы можете прочитать сущность Иисуса Христа. В Евангелието на Йоан можем да намерим самата същност на въпроса. И в 1 главе с 1 стиха написано, что в начале было Слово. И както знаем, че в 1 глава, още от 1 стих пише: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Словото беше в Бога, и Слово было Бог. И Словото беше Бог. Давайте мы запомним: Слово Божие – это Бог. Словото Божие, нека да запомним, че това е Бог. Оно было в начале у Бога. В начале то е било вътре в Бога. Полная благодать и истины. Пълна благодать и истина, в това се изразява. И 3 стих говорит: и все через Слово начало быть. И какво се казва в 3 стих? Че всичко стана именно через това Слово. Что начало быть? И без слова ничто не начало быть, что начало быть. Кто такое слово? Кто есть слово? Какое это слово? И И вы знаете, в книге Откровения написано, что на Иисусе Христе было написано имя. И знаете же, в Откровении на Иоанна беше написано тази страна върху тялото му Божието Слово. Имя это было Божие Слово. И това име се казваше Божието Слово. Имя Иисус Христа, Его сущность – это Божие Слово. Името на Иисус Христос, Неговата същност, това е Божието Слово. И в Евангелие от Иоанна в 1 главе 14 говорит, и Слово стало плотью. И както пише в Евангелието, и Словото стана плът. И обитала среди нас полная благодать и истины. И пребиваваше между нас в полна благодать и истина. И мы видели славу Его. И не видяхме славата Му. Бога не видел никто и никогда. Никой не видел Бог и никуда и по никаков начин. Единородный Сын сущий, то есть вечно существующий, Иегова, пребывающий в Отце, Он явил нам Бога Отца. Именно този Бог Иехова, Той чрез Сина Си показа на нас, какво представлява Иисус Христос или Бог. Потому что, поэтому Иисус нас и может спасти. Ето, точно поради този факт Иисус Христос може да ни спаси. Потому что Он начало и конец. Защо? Защото Той е начало и край. Все через Него началось. Всичко через Него почва. И все им закончится. И с Него всичко свършва. Он есть начало и конец. Той е началото и края. Он есть альфа и омега. Той е алфа и омега. Аминь. Аминь. Это правда, что я говорю сейчас? Я ничего не придумываю. Я вот сейчас ничего не сказал о себе. Это все. Правильно ли казах? Ничто не сам си измислил от себе си. Это Евангелие. Това е Евангелието. И вера наша, она призвана быть построена на Евангелии. И нашата вяра е за това да бъде построена на Евангелието. Поэтому Писание пишет о евангельской вере. Ето защо Писанията пишат за какво? За евангелската вяра. И в этом месте, которое я прочитал, Иисус Христос назван Спасителем. Он назван здесь как свет к просвещению язычников. То есть Он нас просвещает. И Он является славой своего народа Израиля. Той се явява като слава както за народа, за Израил, така и за останалите. И сейчас я открою второе место. Давайте мы откроем. Хайде да отворим сега на другото място, на второто място. Это написано в книге Деяния 2 главе. Това е книгата на Деяния 2 глава. С 21 стиха. От 21 стих, извинете. 21. Смотрите, как здесь написано в 21 стихе. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Обърнете внимание, че тук е написано. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Да, есть перевод. Имаме превод. Когда эту речь, которую говорил апостол Петр, услышали люди, и когато това, което беше казано от Петър, се чу от хората, они спросили у него, что нам делать, мужи братья? И тогава всички ти казаха, какво е нужно да направим, братя, какво да направим. И что Петр ему сказал? И какво им каза Петър? Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисус Христа для обращения грехов и получите дар Святого Духа. И той каза, първо се покайте, а после се кръстете и ще получите този дар на Святия Дух. Аллилуйя, слава Богу. Я благодарю Бога за то, что у меня сегодня очень благословенный переводчик. Да, благодарю днес за переводача, и я благодарю за благословение пастора. Наш переводчик с теологическим образованием, у Нелли Ковалевой высшее теологическое образование, поэтому она так хорошо переводит. И поэтому тоже. Благодарим на Бога. В нашей церкви вообще сейчас, может быть, не все могут это оценить, но у нас на самом деле столпы. У нас прославление столпы, ну то есть это такие столпы, которых ничем не сокрушишь, не сметешь. Да, такие столбы, наше хваление вообще много серьезно, сильно, как крепость, не можешь да го събориш с ничто. Очень мощная молитвенная группа. сильная и мощная, бы сказал, молитвенная группа, ходатайты. Да, никто не видит и не знает, что кто-то молится. Никто не видит, никто не знает, что се молят. Но эта молитва творит на самом деле настоящие чудеса. Но именно тази молитва, която не се чува, не се знае, тя твори чудеса. Уже очень много людей получило исцеление. Много хора вече получиха исцеление. И в нашем чате на скайпе есть молитвенная группа. И на нашей скайпе имеем молитвенная группа. Так что, если у кого-то есть желание молиться вместе с нами, присоединяйтесь. Затова, если има някой от вас, който да има желание, присоединяйтесь, ще ви приемем. И смотрите, в книге Деяния 2 глава. И така, Деяния 2 глава. Чуть-чуть ниже написано, от чего нам спасаться. Там и написано, от какого да се спасим. 40 стиха. От 40 стих. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так, охотно принявшие слово, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Аминь. Смотрите, в чем нам надо пребывать. Хайде сега да видим в какво трябва непрекъснато да пребиваваме. В учении апостолов, это апостол Петр, апостол Павел. Ами да постоянстваме в учението на апостол Павел, на апостол Петър, апостол Ян, апостол Яков и так далее. И така нататък. В общении. В общении. Нам нужно помимо, что мы в воскресенье собираемся, ну, в среди недели еще собираться. Именно в неделя, този ден трябва да се събираме и да общуваме, така както сме днес. Преломление хлеба, причастие. Да вземем, да преломим хлеба, да вземем причастие Господната вечеря. И в молитвах. И най-важното молитвата. Аминь. Аминь. От чего нам надо спасаться? А от какво трябва да се спасяваме? Спасайтесь от рода сего развращенного. Да се спасяваме от рода. Има превод. Да. Може ли превод? 40 стих. 40 стих еще раз. Избавитесь от това извратено поколение. И така. Препоръката беше да се освободим от какво? От това извратено поколение. И знаете, если изучать учение Дерека Принца, очень хороший учитель, который внес очень здравое учение. И ако познавате Дерек Принц, този превъзходен библейски учител. И он написал книгу «Они будут изгонять бесов». И той има книги, да, много хубава книга «Как да се изгонват демоните». Вот в этом месте он относит это место, извратенное поколение или род сей развращенный, к определенному падшему такому демоническому клану, который упал и да. Был сброшен с небес. И това извратено поколение, всъщност пише той, че принадлежи на тези, които паднаха от небето, на това падналото поколение. Мы знаем все, что дьявол первый согрешил. Ние знаем, че дявола беше първи, който согреши. Поднял восстание на небе. Той направи възстание. Был низвергнут с небес. Беше изгонен, изхвърлен от небето. И увлек за собой какую часть? Третью часть. И една трета от ангелите той просто ги... И эти падшие ангелы стали суть демоны. А после тези ангелы се превърнаха в демони. И вот это развращенное поколение, оно развращает на сегодняшний день всю Вселенную. И именно това развратено поколение, то замърсява цялата земя. И старается совратить людей, весь род человеческий, к восстанию против Бога. Да, и как, освен че развращава, и ги тика да се бунтуват срещу Бога. Не принимайте, не верьте Бога. Не принимайте, няма Бог, не го търсете. Делайте, что хотите. Правете каквото си искате. Хотите делать грех, делайте грех. Вървете по света и си правете греха така, както ви е удобно. Делайте все, что пожелаете. Правете Направете всичко, каквото ви се иска, така отвътре да пожелаете. Это то, к чему призывают демоны. Ето това е призива на демоните. И когда человечество погрузилось во грех, оно осквернилось. И когато човечеството тръгна по този път и се нагърби с това, което те препоръчаха, то се разврати. И когда пришло последнее время для человечества, и когато дойде последното време на това развратено човечество, что Бог сделал? Какво направи Бог? Бог отправил своего единородного сына. Бог испрати свой единородный сын, чтобы весь мир, уверовав через него, получил спасение. За да може света да повярва в него и через тази вяра да бъде спасен света. Вот для чего нужно спасение, от чего нас Бог хочет спасти. Ето за какво е нужно спасението, ето от какво Бог иска да ни спаси. Мы помним все это место, где разбойник один висел с правой стороны, другой разбойник висел с левой стороны от распятого Иисуса Христа. Не помним този кръст, това място, където е описано с единия от ляво и от дясно разбойниците, които бяха на от страните на Иисус Христос. Один разбойник вместе с толпой хулил, ругал Иисуса Христа. Той пред тълпата изобщо ругаеше Исус Христос. А другой разбойник, он заступился за Иисус Христа. А другият разбойник беше различен. Той се застъпи за Иисус Христос. И он сказал о том, что мы заслуженно пострадали, но он ничего плохого не сделал. Той каза, ние заслужено сме на този кръст, но какво лошо той е направил. Этот разбойник обратился к Иисусу Христу с такими словами: «Господи, помяни меня, когда будешь там на небесах». Да. И как се обърна той? Благоразумният разбойник се обърна към Исус и каза: «Господи, спомни се за мене, когато отидеш в рая». И что ответил Иисус Христос? И какво му каза Иисус Христос? Что ответил Спаситель? Какво отговори? Още днес, ныне же будешь со мной в раю. Още днес ще бъде с мене в рая. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Почему Иисус так сказал? Потому что Он Спаситель. Защо каза така Иисус Христос? Ами защото беше Спасителят. Ему нужно было пройти через Голгофу, через крест. Той трябваше да мине през тези ужаси, чрез кръста. Потому что он в этот момент брал грехи всего мира на себя. Представете ли си как той събра на кръста всички грехове на земята? Евангелие от Иоанна 3:16. Евангелието на 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир. И така възлюби Бог света, что отдал Сына Своего Единородного, че даде свой единороден Син, дабы всякий верующий в Него, за да не, тези, които вярват в Него, не погиб, да не погинат, но имел что? Но да имат вечен живот. Аминь. Давайте мы пойдем дальше. И смотрите, с одной стороны, казалось бы, легко спастись. И така като погледнем на пръв поглед, сякаш е много лесно да се спасиш. Потому что написано: всякий призвавший имя Господне спасется. Защото е написано, че всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Разбойник изповедовал имя Иисус Христа перед толпой. Ето, благоразумният разбойник призова Иисус Христос в последните минути. Попросил Иисуса о спасении. За спасение. Иисус дал ему спасение в эту же минуту. Иисус Христос веднага му дали спасение. Но давайте мы посмотрим с другой стороны. Хайде сега да видим още една друга страна. Первое послание Петра. Първото послание на Петър. 4 глава 17 стиха. 4 глава 17 стих. Да, есть перевод. Ибо время начаться суду с Дома Божия, мы в прошлый раз об этом говорили. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? То есть суд начинается с Дома Божьего, и потом этот суд идет на неверующих. И смотрите, как написано в 18 стихе. «Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божьей да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. И вот это место, оно говорит о том, что праведник едва спасается. Ето в това място е написано, че праведника едва се спасява. Вы знаете, может быть, не очень хороший пример, но довольно точный. Это как и в бизнесе. Легко заработать хорошую сумму денег. ще си послужа с един пример, така, може би не най-добрият от бизнеса. Много е лесно някакси да заработиш така сума, голяма сума пари. Начальный капитал. Начален капитал. Но очень трудно этот капитал сохранить. Но е много трудно този капитал, който си заработил, да го съхраниш, да го опазиш. Легко получить спасение. Лесно е да получиш спасение. Но Библия говорит, тяжело его сохранить. Но Библията пише, че е тежко да го съхраниш, да го опазиш. Потому что мы живем в несовершенном мире, и дьявол постоянно атакует. Защо? Защото живеем в един така свят, който е несъвършен и постоянно има атака на нас. Да, написано, что дьявол как рыкающий лев. Че дяволът е като рикаещ лъв около нас. Он день и ночь только ищет. День и нощ той иска и търси. Кого бы поглотить, кого бы погубить. Кого да погълни, кой да погуби, да го уничтожи. Да, отвратить от спасения. Да. Вы знаете, вот как нам защититься сегодня о том, как нам сохранить свое спасение, как нам его усилить, спасение свое. Хайде сега да помислим, как можем да сохраним спасението си. Не само да го съхраним, ами да го усилим в опазването. Да. И другая сторона о том, что не помогает нашему спасению. И всъщност от друга страна нищо не помага за спасението. Вы знаете, что не работает? Знаете ли, кое е това, което не работи? Это мертвые обряды, мертвые ритуалы и мертвые знания, предания. Ами това са мъртвите религии, мъртвите ритуали, мъртвата вяра, която не помага. И вы знаете, на этой неделе я рассказываю, привожу примеры свежие, то, что происходит в моей жизни. Ето сега ще взема нещо много така свежо, прясно, като пример от моя живот. На этой неделе я встретила одну женщину. Тази седмица аз срещнах една жена. И у нее была такая очень интересная улыбка. Тя имаше много интересна усмивка. И я сказала, вы так хорошо улыбаетесь. И аз си казах, ви така красиво, добре, хубаво се усмихвате. Наверное, вы ходите в церковь. Сигурно ходите в църква. И она сказала, да, хожу в церковь, как вы догадались? И тя каза, да, ходим, ви как се досетихте. И я спросил тогда, ну, просто верующий человек видно. Ами аз си казах, защото вярващия човек се вижда. Я спросил, вот что у вас радует, что дает вам радость в церкви? И аз си казах, попитах я. Какво е това, което в църквата ви носи радост? И знаете, что она мне сказала? И знаете ли, какво тя отговори? Она говорит, я тут нашла одну такую церкушечку, и я в нее периодически хожу, и там так тихо, и там мне никто не мешает. Я тихо поставлю свечку, постою, помолюсь, и мне так хорошо становится. И тя ми каза, че аз, знаете ли, тук около намерих една тихичка малка църквичка, и като влеза тихо, спокойно, запаля се една свещичка и така се чувствам много добре. Меня никто не трогает. Никой не ме закача. Такая ненавязчивая вера. Такава вяра, която не се натрапва. Только не подумайте, я не осуждаю эту девушку ни в коем случае. Разбира се, че аз не осъждам това момиче. Възможно, это только етап ее жизни, вере. Защото знаем с вас, че така има етапи във вярата. Я тоже на первых этапах своей христианской жизни ходил по многим церквям. Както и аз лично в моите етапи на християнството, и аз така оттам почнах. Ну, я могу так сказать и по своему опыту, что такая вера, она никого ни к чему не обязывает. И аз ви казвам, че има такава една вяра, която изобщо не се натрапва. Это все равно, что найти талант, драгоценный талант, и закопать его в землю. Да, това е като един от талантите, които знаем от Евангелието, да ги закопаеш в земята. Ну, может быть, можно какое-то время получать какую-то такую радость. И не е изключено в определени моменти да се получава тази радост. Ну, как вы думаете, будет ли такая вера давать рост? Ну как, аз ви задавам като въпрос. Такава една вяра като тази, дали ще има ръст в бъдещето? Помните, что сказал человек, который закопал свой талант? Помните ли какво Бог каза на човека, който закопа своите таланти? Помните ли? Да, он сказал так, господину своему, я знаю, что ты злой господин. Той каза, този, който човекът закупае, каза, господине, така точния превод, а знам, че ти си зъл човек, строг е по-български. Да, и поэтому я лучше этот талант закопаю в землю, чтобы его никто не знал, где лежит. Затова се принудих този талант да го закопая, за да мога да го опазя. И потом, когда ты придешь, я его откопаю и верну тебе. И когда дойдешь, ты его откопаешь, и ты его дам. Ну вот какой конец вот такой веры? Каков е края на тази вяра? Что потом Иисус Христос говорит? Какво му каза Иисус Христос? Иисус Христос говорит в этой притче своим слугам. Да, в тази притче той говори на своя слуга. Возьмите этот талант у этого человека. Вземете таланта в този човек. И отдайте тому человеку, который имел 10 талантов, 5 талантов. И который отдал эти 5 талантов в рост и дал оборот. Да, защото той ще ги даде така в, ще ги инвестира в нещо и те ще дадат възход, ще растат. Это слова Иисуса Христа. Това са словата на Иисус Христос. И вот эта притча, это духовная притча. Това е духовна притча. И она о многом говорит. И тя говори много. И говорит она о том, что если мы закопаем свою веру, она не принесет нам плода. И какъв извод правим, че ако ние закопаем своята вяра, тази вяра нищо няма да донесе. Какая вера помогает, какая вера работает? Коя вяра помага, коя вяра действа? Послание Галатам вы сможете прочитать в 5 главе. В Галатяне 5 глава можем да прочитаем нечто интересное. И там написано, что вера, действующая любовью. Там е написано за онази действующая вера, която идва от любовь. Какая вера работает? Коя вера работает? Только та вера, которая действует. Само тази вера, която действа. Не вера, которая только на словах. Не само вярата, която е на думи. А вера, которая и на словах, и на делах. А вярата, която е и на думи, и на действие. Вера, которая приносит плод, плод любви. Вера, която носи плод. Давайте мы перейдем к следующему разделу. Почему предания не работают? Хайде сега да видим следващото, по-нататък да видим защо преданието не работи. Има ли такава дума предание в български? Да. Ритуал предания, да. Давайте мы откроем вместе Деяния. Книга Деяния очень важна. Деяния, сега 4 глава ли е? 4 глава. 4 глава. С 8 стиха. От 8 стих. И опять же слова Петра. Пак думите на Петър. И это происходит в тот момент, когда апостолы исцелили от рождения хромого человека при Красных воротах. А тук е моментът, в който беше изцелен онзи куция човек, който по рождение беше сакат. И это было невероятное чудо тогда. И тогава за времето си това е било невероятно чудо. Потому что так исцелял только Иисус Христос. Защото само така можеше да изцелява Исус Христос. И тут люди увидели, что и апостолы тоже могут исцелять. И тогава се видя, че и неговите апостоли правят също като него. И фарисеи схватили апостолов, хотели их, опять же, предать на суд. И фарисеи хванаха апостолов и искаха да ги линчуват. Да. И вот что говорит Петр. Ето какво казва Петър. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Скажи аминь. Нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым нам надлежало бы спастись. Можете сказать на это аминь? Можем ли докажем аминь на това слово? Вот нам надо четко запомнить, что нету другого имени, нет другой личности, которая может спасать и спасает только Иисус Христос. Веднъж завинаги трябва да разберем, че само едно името, чрез което може да се спаси. Няма друго име. И вот здесь, вы знаете, Иисус в Евангелии от Матфея. Евангелието на Матея да отидем сега. То есть предание не спасает. И така уточняваме, че преданието не спасява. Ритуалы не спасают. Ритуалите също не спасяват. Евангелие от Матфея, 15 глава. 15 глава, Евангелието на Матей. С 1 стиха. От 1 стих. Написано так. Пиши така. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи, говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев?» Предание старцев, давайте мы это запомним. Не соблюдают предание старцев. Апостолы не соблюдали предание старцев. Много важно да кажем, че апостолите не съблюдаваха, не признаваха преданието на старейшините. Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Да, но дойде веднага отговора. Защо пък вие заради вашето предание вие пък престъпвате нещо, което е по-важно – Божията заповед. Да, Иисус Христос подчеркивает, это не Божие предание, это ваше предание, человеческие предания. Вы сами их придумали. Човешкото предание, което ние сами си измисляме. И дальше я прочитаю. И по-нататък. «Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и за словище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего и мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаясь ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». Аминь. Аминь, да кажем на словото. Вы знаете, здесь очень четко наш Господь Иисус Христос подчеркивает о том, что предания человеческие не работают, не спасают. На това място много отчетливо, ясно, категорично е казано: преданието не спасява. И вы знаете, я уже как бы иду к концу. Вече вървя към края на моята проповед. Да, расскажу немножко такую историю, которая опять же со мной случилась здесь, в Болгарии. Искам да ви разкажа за една история, която се случи с мен тук в Болгария. И опять же я не буду называть церкви или деноминации, и опять же это не в осуждение. Да, няма да назовавам нито деноминации, нито имена, подробности няма да казвам. Сегодня я хотела подчеркнуть просто этим основную свою мысль. А днес искам чрез тази история да подчертая основната мисъл, която имам към вас. Я заканчивал южнокорейскую междиномиционную семинарию. Аз завършвам южнокорейската международна семинария. Ну, по-болгарски надденоминационная. Надденоминационная, да. Это не значит, это не какой-то... экуменическое такое учреждение. Не экуменическое, а просто... Просто эта семинария, она обхватывала все христианские направления. Тя обхваща всички християнские направления. И стоит на таком библейском основании, что только тогда люди будут считать вас учениками моими, когда увидят любовь между вами. И построена точно на това, когато, какво каза Иисус Христос на своите ученици? Когато видят любовь помежду ви, тогава ще разберат, че сте мои ученици. И эта семинария считает, что все христианские деноминации имеют шанс на спасение. И, разбира се, говори се в този университет, в тази семинария, че всички деноминации имат право на спасение и ще имат спасение. Християнские деноминации. Християнские деноминации. Не парахристиянские и не антихристиянские. Да, не антихристиянские. Любая христианская деноминация, которая признает Иисуса Христа Господом, имеет шанс на спасение. Тези, които признаят, че Иисус Христос е Бог, те ще имат шанс на спасение. Поэтому мы хорошо относимся. У нас в Казахстане были друзья и католики, и православные, и лютеране. И да ви кажа, че в Казахстан имаше и лютерани, и католици, и православни. Ну, вы знаете, была отличительная черта. У нас были католики, крещенные Духом Святым. Ну, совсем така искам да кажа, че католиците бяха кръстени със Святия Дух. Да, и они с даром говорения на иных языках. И говориха на чужди езици. Да, это были живые католики. Но това бяха католици, които са в живата вяра. Они были еще горячее, чем пятидесятники. Да, и бяха по-горещи даже от пятидесятници. И между нами не было барьеров, мы были вместе. И нямаше никакви барьеры, никакви пречки между нас. В России очень много православных священников, которые получили, приняли крещение Духом Святым. И, както и в православието, много священницы в тази деноминация също получиха крещение със Святия Дух. Я, например, считаю одним из своих учителей это Александр Мень, православный священник. Аз мога да кажа спокойно, че мой учител беше един православен свещеник, който се казваше Александр Мень. Александр Мень. И первую христианскую книгу, которую я прочитал, это «Сын человеческий» Александр Мень. И първата книга, която прочетах вече като християнин, беше неговата книга «Сина човешки». Несмотря на то, что другой священник, католический священник, умер. И даже така, да не отчитам совсем, че имаше смъртта на един католически свещеник. Я его очень уважаю, периодически слушаю его проповеди. Много го уважавам и дори днес аз периодически слушам неговите проповеди. Имя этого католического священника Верун Ош. Верун Ош, така се казва католическия свещеник. Мощнейшие проповеди во Святом Духе. Невероятные, мощные, сильные проповеди во Святия Дух. Когда он проповедовал, Дух Святой сходил и крестил всех Духом Святым. И когда той проповедовавший Святия Дух, идваше и кръщаваше массово хората. И вот где-то месяц назад на нашу церковь начали очень сильно нападать. И някъде след месяц започна едно нападение така, над нашата църква, в която ни... Да, имеется в виду на нашем церковном сайте. Комментарии начали писать, такие злостные комментарии. Както и комментарии в сайта, нали, то злобные такива. И просто, что вы не церковь вообще, зачем вы сюда приехали, убирайтесь вон отсюда. Да, и такива обращения неприятные, обикновенно. Защо сте тук? Ние не ви искаме, вие не сте от Бога. Да, что у нас есть уже церковь, и она приняла учение от самих апостолов уже на протяжении 2000 лет. Ние сме църквата и ние приехме учението от апостолите направо, така го приехме. И мы, завязался такой диалог, как бы вопрос-ответ. Я задаю у них вопросы, они задают вопросы. И завърза един разговор. Вопрос, отговор, вопрос, отговор. Я спрашиваю, вы действительно верите, что только ваша церковь имеет спасение? Да, и я ги попитах, ама вие наистина ли мислите, че точно вашата локална църква, само вие ще бъдете спасени? И мне отвечают, да, только наша церковь спасется, больше никто не спасется. И те отговаривают, да, само наша церковь ще се спаси. Так отвечаете и здесь. Да, у нас самая правильная церковь, все остальные идут в ад. Само ние сме правилната църква, а всички църкви там останало, всичките отиват в ада. Я спрашиваю, вы имеете в виду вот все монастыри, которые вот находятся, они тоже, это учение несут, что только вы спасетесь? И нема всичките тези там монастыри и други, това учение, че чрез тях вие ще се спасите? И мне отвечают, да, все, это большое объединение, только оно спасется, все остальные не спасутся. Да, да, точно това имаме в предвид, всичкото това объединение, което имаме, тези хора ще се спасят. Я им пишу, вы знаете, я очень хорошо отношусь к православию, на самом деле. И аз им пиша, вижте, аз сам по себе си добре се отнасям към православието. Ну, например, я знаю последний скандал, который случился, что... Он всеизвестный о том, что в одном монастыре из 6 монахов 5 монахов оказались, не просто, как мягко сказать, людьми с неправильной ориентацией. Да. И видите, как направо е като такъв един скандален факт, че от 6 монаха 5 се оказали с неправильна ориентация. Знаем какво е това. И вы хотите сказать о том, что это правильно, что это соответствует вашему учению? И какво вие ще ми кажете, че това е правилно и че това съответства на вашето учение? И вы знаете, ответ меня обескуражил, просто обескуражил. И знаете ли, отговора просто ми обескуражи, направо ми сломи. Знаете, какой был ответ? Знаете ли, какъв беше отговор? Я говорю перед Богом, это правда, Александр Володин свидетель. Александр Володин, можно подтвердить, я сказываю истину. Да, потому что мы потом это все стерли и заблокировали этого писателя, да, который писал нам. Потому что после се возмутихме и направо изчистихме това, което беше написано. И этот человек сказал: да пусть они там делают в монастырях все, что хотят. А той отговори: нека да правят там всичко, каквото си искат в монастыра. Пусть они там пьют или там блудят, там спят друг с другом. Нека да пият, да блудстват там с непорядочностью. Для нас самое главное, чтобы они точно исполняли предание. За нас най-главното, най-важното е това, че те именно исполняют тези предания. Они точно исполняют предания, и поэтому они правильно учат. И за това, че те исполняют това предание, за това ще получат спасение. Вот. Можно ли с этим согласиться? Може ли с това да се съгласим? Соответствует ли это Евангелию? Това съответства ли на Евангелието? Что грех можно каким-то образом оправдать? Може ли всякакъв грях, всякакъв вид грях по този начин да бъде оправдан? Только за счет того, что я правильно несу служение. Да, и да не се отчита това, че се носи, има правилно служение. Как и в прошлое воскресенье читал проповедь, где фарисеи и садукеи привели Иисуса Христа, но сами не захотели заходить в приторию, да, прокуратором. Всъщност, фарисеите имаха претенции към Исус, но те не вникваха в същността на Неговото Слово. Нет, нет. Они, когда привели Иисуса Христа к Пилату, сами не захотели заходить в приторию, потому что читали, что это место нечистое, оскверненное. Когато заведоха Иисус Христос, когато го заловиха съдбоносната нощ, самите фарисеи, свещениците израелски, не пожелаха да влезат в този дом. Защо? Защото евреин не может влезать в языческая кышта. Абсолютно. Они считали себя очень такими особенными, чистыми. Те така, нали, солидни, считаха се за много чисти, такива праведни. Но Иисус Христос говорил о них, о том, что они делали грех. Ну, Иисус Христос называваше тяхния грех. И что они были, в принципе, рабами греха. И че лично те бяха роби на греха. И смотрите, я приведу один простой пример. Още един пример, така по-обикновен ще дам. Чем отличается предание от веры? В какво се отличава преданието от вярата? Например, мы возьмем самого величайшего из евангелистов последнего времени. Да вземем най-така популярното от евангелистите от последното време. Ну, в моем представлении. Ами аз, например, да представя. Который только недавно умер. Рейнхард Бонке недавно умер, скончался. Да, неудавна, знаете, че Рейнхард Бонке, немец, който е евангелизатор, немский евангелизатор. Я его считаю для себя, для меня это самый великий евангелист последнего времени. Для меня той лично е най-великият евангелист. Один из почитаемых мной евангелистов. Най-почетен, най-издигнат измежду всички добри евангелисти. На служение которого слепые от рождения прозревали. Слепите по рождения при него поглеждаха. Глухие от рождения, которые никогда не слышали, начинали слышать. От рождения никогда не сочували, глухите чуваха. Парализованные от рождения, которые никогда не ходили, не могли даже руку поднять, вставали и начинали ходить. От рождения никогда не ставаха, бяха исцелены при него. И мертвые воскрешались. И още, че мъртвите при него се воскресяваха. И это достоверные, задокументированные факты. И всичко това не е само на думи, всичко това е документирано. На служение этого человека могло покаяться более 1 миллиона человек за один раз. За един път на едно негово служение, на една негова проповед, 1 миллион хора се покаиваха. Как вы думаете, может ли такое творить человек, если он без Бога? Може ли, кажете ми сега, може ли това да се направи само от един човек така, без Бога? Даже книжники признавали, что, говоря Иисусу Христу, такое человек не может творить, если не будет с ним Бога. Даже самите свещеници, фарисеите си казваха: ами той прави неща, които не може да не са от Бога. И вот смотрите, мы возьмем этого великого евангелиста. И да вземем този велик евангелист. Он уже умер. Той вече починал. Но мы будем повторять все то, что он когда-то делал. И ние ще повтаряме, ще носим винаги това, което той правеше. Мы будем говорить так же, как говорил Рейнхард Бонке. Мы будем говорить так же, как говорил Рейнхард Бонке. Ние ще говорим така, примерно ще говорим така, както говореше Рейнхард Бонке. У него был такой очень огненный темперамент. Той имаше такъв един темперамент, твърди огнен. Он любил ходить по сцене. Обичаше да ходи насам натам по сцената. Он любил периодически наклоняться и вот, ну, в таком вот стиле. Той се накланяше така напред, изобличаваше с пръста. И просто проповедовал мощно, очень сильно. Проповядваше мощно, силно. Люди на его служениях просто загорались огнем Святого Духа. И хората, които го чуваха, започнаха да горят чрез Святия Дух. Есть один документальный фильм «Воскрешение из мертвых». Има един такъв документален филм, който се казва «Воскресение от мъртвите». Где один человек, который умер, един човек, който почина, и который пролежал в морге 4 дня, и престоял в морката 4 дена, и его разрезали. И разрезали его. И бальзамировали его. И са го балсамирали. И все это задокументировано. И всичкото това е закументирано. Врачи написали констатация о смерти, что этот человек умер. Акта за смърт е бил написан от лекарите. После автомобильной катастрофы. След автомобилна катастрофа. Грудная клетка у него была проломлена рулем. Да, от волана неговата гръдна клетка е била наранена. Ну вот жена у него была особенная. Но жена му беше особена. Как и в послании к Евреям написано, что, ну, просто жены, да. Да. Она так встала в проломе за мужа своего. Така се застъпвала тя в пролома за своя мъж. Мой муж не умер. И си казвала, мой мъж няма да умре. Даже если он умер, он воскреснет. Даже если умрел, что воскреснет. Я не останусь одна на этой земле. Бог, ты мне обещал. Ты си ми обещал, Господи. Что вернешь мне мужа воскресшего. Ты мне дадешь, мой муж воскреснул. И вот эта жена узнала, что конференция недалеко проходит с участием Рейнхарда Бонке. И тя разбира, че недалеч се провежда конференция на Рейнхард Бонке. И она попросила крепких мужчин, чтобы они этот гроб повезли на машине, потом занесли туда, на стадион. Да, и тя помолила няколко така по-едри мъже, които да вземат ковчега и да го откарат на тази конференция. И гроб занесли на стадион. И ковчега го занесаха на стадиона. И на этой конференции была такая сила. На тази конференция имаше такава сила, что этот умерший на 4-й день, он просто сел в гробу своем. Така се случи, че този човек, който беше 4 дена мъртъв и с всичките подробности, които говорихме, той просто седнал в ковчега. Да. И он воскрес. И той възкръсна. Слава Богу! Слава Богу! И такое не может творить человек. Это сотворено Господом Богом. Това може ли един обикновен човек да го направи? Не може. И вот представьте, что прошло 100, 200, 500 лет после смерти Рейнхарда Бонке. И представете си сега, след много-много години, след смъртта на Бонке. И кто-то передает по преданию. И ако почне това така да се предава от човек на човек, че той го направил. А то, что Рейнхард Бонке, он вот так наклонялся, вот так говорил, вот так читал, вот так вот поправлял очки, у него тоже были очки. И, да, ако започнат сега подробностите, така се накланял, така идвал напред, даже си поправил очилата. Да, и возникнут какие-то определенные такие ритуалы, ну, да. Одевание очков или там наклонов. Вот это и называется предание старцев. И как вы думаете, вот эти обряды, если мы будем повторять через 400 лет, что делал Рейнхард Бонке, спасают ли они вообще? И сега, ако това, което след 400 години го предадем и кажем, че така правеше Бонке, правете и вие. Какво мислите? Что вы думаете по этому поводу? Какво мислите по този въпрос? Является ли то, что делал Иисус Христос или Рейнхарда Бонке, внешне то, что мы должны повторять? Трябва ли да правим това сравнение, което е типично важно, и да го предаваме на хората? Смотрите, что сам Иисус Христос говорит, что не смотрите на видимое, которое тленно, смотрите на невидимое, которое вечно. Препоръката на Иисус Христос, да си припомним, не гледайте на това, което е тленно, а гледайте на това, което е нетленно. Что делает Рейнхард Бонке? Какво прави Бонке? Вы знаете, просто все, если мы берем вот всех апостолов, да, мужей веры, которые описаны в Писании, в Ветхом и в Новом Завете. Вот у нас почему-то ни у кого, ну не знаю, может быть, если у кого-то возникнет такое сомнение, скажите мне. Вот лично у меня нет сомнения в том, что апостолы спасены, кроме Иуда Искариота, конечно. Да, да. У вас есть сомнение, что апостол Петр не спасся? Или апостол Павел не спасенный человек? Като вземем това, което току-що казахме, има ли тук в залата някой, който да си помисли, че апостолите не са спасени? Или Авраам не спасся? Или пък Авраам да не е спасен? Или Моисей, он там где-то, даже никто не знает по сей день, где он умер, где-то там вот в горах. Ами даже да вземем Моисей, така никой не знае къде е неговото тяло и неговия гроб. Ну вот у меня нет сомнения, ни капельки о том, что все эти люди спасены. Нямам нито капчица съмнения, че тези хора са спасени. И вот давайте мы опять вернемся вот к этому вопросу. Уверен ли ты в своем спасении? Хайде да се върнем към началото на нашата проповед. Ти уверен ли си в своето спасение? Можно ли быть на 100% быть уверенным в своем спасении? Можеш ли да бъдеш на 100% уверен, че ти си спасен? Сам Иисус Христос говорит, что широки врата, которые ведут в погибель. И какво каза Иисус, да се припомним, че широките врати към ада, вратите към ада са широки. И многие идут этим путем, да. И всичките вървят, и много са хората, които вървят по този път. Узкие врата, которые ведут в Царствие Небесное. И тясните врати, които водят към Царството Небесно. И немногие находят эти врата. И не всички ги намират тези врати, тази врата по-точно. Легко ли сохранить свое спасение? Лесно ли е да запазиш своето спасение? И знаете, сегодня я дам такую подсказку. Айде да ви подскажа днес. Вот когда я задаю такой вопрос, уверен ли ты в своем спасении? Когато задавам такъв въпрос, уверен ли си в своето спасение? Вот даже я проповедник, ну, уже 25 лет проповедую, я скажу так, даже я не уверен в своем спасении. И ще кажа, като проповедник 25 години, че даже и аз понякога се съмнявам. И я даже так скажу, что человек, заявляющий о том, что он уверен на 100% в своем спасении, находится в самом опасном состоянии. И трябва да ви кажа, че тези, които прокламират това, че много уверены, че имат спасение, то е пред опасност. Церковь, которая заявляется, только она спасется, является... И церковь, която прокламира, че единствено и само тя ще се спаси. Смотрите, выражение Александра Меня. Да си спомним Александър Мен за неговото, така, за неговото говорене. Православного священника. Он объясняет, что такое секта. Той много добре обяснява какво е това секта. Секта – это направление, которое себя отделяет от единства веры. Секта – это това, което се отделя от вярата. Отделя се, така, оформля се отделно извън вярата. И вот Александр Мень заявлял когда-то. И тогава Мен, свещеника Мен, Александр Мен, той казва, что церковь, которая заявляет о себе, что только она спасется, является сектой. Че църква, която казва за себе си, че тя единствено ще се спаси, именно това е секта. И вы знаете, я с ним соглашусь, потому что это довольно точное определение сектантства. И много добре, и ще се съглася с него, и ще кажа, това е сектантство. Я сегодня так просто заявлю. И даже днеска заявявам, что есть какая-то протестантская церковь, заявляет о себе, что только она спасется, это сектантское направление. И ако някоя протестантска църква, към която ние принадлежим, говори това, че само тя ще се спаси, това е секта. Если какая-то католическая церковь заявляет о том, что только она спасена, это сектантское направление. И католиците от своя страна, ако те заявяват същото, тоже също така заблуждение. Да, и если какое-то православное направление заявляет, что только оно верное, это сектантское направление. И, соответственно, и православники по същия начин заявляют ли така, това е секта. И с другой стороны, я заявляю о том, что лично я знаю и православных, и католических, и протестантских священников, которые так не учат. И лично аз знам, че от всичките тези деноминации, които изредихме, там има хора, там има свещеници, которые не заявляют това, което обсъждаме. Которые признают всех христиан детьми Божьими. Те признават всичките християни за деца Божьи. Това е добре. Православный священник Александр Мень мог свободно зайти в Пятидесятницкую или Баптистскую церковь и проповедует там воскресенье. Александър Мен, който е православен свещеник, спокойно ходи в други деноминации и проповядва своето слово. Католический священник Верун Ош ездил по всему миру и проповедовал и в католических, и православных, и протестантских церквях. И, съответно, католическия свещеник правеше същото и не се смущаваше от нашите различия. Потому что эти люди двигались в Духе Святом. Защо? Защото те се движиха в духа. Аллилуйя! Аллилуйя! Я задам сегодня другой вопрос, который утвердит нашу веру. Сега ще ви задам един въпрос и той цели да затвърди нашата вяра. Давайте мы сместим акценты. Хайде да акцентите така да ги съберем. Не будем больше задавать себе такой вопрос, спасен ли я? Да не си задаваме такъв въпрос, спасен ли съм аз? Есть другой мощный вопрос. Има друг един въпрос по-важен, по-мощен, по-силен. Уверен ли я в своем Спасителе? Уверен ли съм аз в своя Спасител? Ето това е въпрос. Ты уверен в своем Спасителе? Уверен ли си в своя Спасител? И тогда почему-то не приходит никаких сомнений. Да. И тогава няма вопросы, няма сомнения. Вы знаете, если я знаю, например, здесь в Болгарии их называют спасатели, да? Спасители тоже называют. Да, има в Болгарии на морето, там на плажа се наричат спасители. Если я знаю, что там на вышке сидит какой-нибудь, ну, чемпион мира по плаванию, да? И даже там на тяхната стълба, ако стои някой шампион, световен шампион по плуване. Или по бутерфляю. Или по батерфлай, или по някакъв друг стил. И он плавает в воде, как рыба. И той си плува там, като риба в морето. Я уверен в нем на все 100%. И я съм уверен в него, ама на 100%. Я буду в его зоне, буду плавать очень свободно. И за него така ще плувам по същия начин, свободно. Даже при больших волнах. Даже при височината на волните. Знаю, что он меня спасет. А знам, че той ще ме спаси независимо от всичко. Вы знаете, от чего зависит мое личное спасение? Знаете ли от какво зависи моето или нашето спасение? От того, насколько лично я знаю моего Спасителя. Зависи от това, колко ние лично познаваме Спасителя си. Если ты хорошо уже познакомлен с Иисусом Христом и знаешь, насколько Он могущественный. Ако ти си запознат с това, колко Той е могъществен, силен. Насколько Иисус Христос, Он царь царей, Он Бог богов. Наколко Той е това да е цар на царете. Мудрость, обитающая с разумом. Вся мудрость у Него сегодня. И всичката мъдрост во Вселената е събрана в Него. Он сегодня прославлен, Он восседает от десную Бога на небесах. Той сега е прославен в славата си. Он все может. Всичко Той може. Но поступает по любви, по самому долготерпению. И Той постъпва чрез своята любов, по своята любов. И нещо важно, чрез своето дълготърпение. Я уже заканчиваю. Смотрите выражение апостола Павла. Хайде сега да завършим с апостол Павел, който казва. Насколько он был уверен в этом. Той беше толкова уверен в това. Что говорил, что и уже не я живу. И той казваше, не аз живея. Но что живет во мне, то живет Иисус Христос. И ако някой живее в мене, то това е Иисус Христос. А что ныне живу, то живу верой. И аз живея чрез вярата живота. Насколько апостол Павел уверен в своем Спасителе. Ето наколко бил уверен апостол Павел в своя Спасител. Аллилуйя. Аллилуйя. Амин. Слава нашему Господу. Слава на нашего Господь! А для того, чтобы нам все лучше и лучше познавать нашего Господа Иисуса Христа, а това, което се изисква от нас, да познаваме все повече и повече своя Спасител, нужно быть жадным по Иисусу Христу. Трябва да сме жадни, да сме буквално алчни за Иисус Христос. Да, нужно быть голодным по Иисусу Христу. Да будем гладни. Нужно с раннего утра уже искать Его. Още от сутринта, като станем, да го искаме, да го призоваваме. Постоянно исследовать Священное Писание, что они говорят о Иисусе. Да исследваме Писанието. Постоянно искать общение со святыми. Да искаме общение с братята и сестрите, со светиите. Пребывать в горячих молитвах. да бъдем в горещи, силни молитви. И вот когда ты в очень близких взаимоотношениях с Иисусом, со Спасителем, и когато си с близки взаимоотношения, топли, горещи со Спасителя, то можно сказать, что ты плывешь на Его спине. И можем спокойно да кажем, че ние стоим на Неговото рамо и плуваме с Него заедно. И Он является Спасителем твоей веры. И Той се получава така, че е Спасителя на твоята вяра. Слава нашему Господу. Слава на нашия Господу. Давайте мы сегодня встанем. Хайде сега да станем. Знаете, сегодня я прочитал одно место, где написано, что они предали самих себя Иисусу Христу. И, както е написано, че те просто предадаха себе си на Иисус Христос. На добрые дела. На добрые дела. И ние като тях да бъдем сега. На самом деле апостолы заплатили хорошую цену. Апостолите заплатиха много висока цена за свое спасение. За своето спасение. Это была цена их жизни. Това беше цената на техния живот. Они посвятили Иисусу Христу своей жизни, своей души. Те посвятиха душите си на Иисус Христос. Они сказали: Господи, вот мы оставили ради Тебя своих жен, своих матерей, своих отцов, детей своих оставили и пошли за Тобой. Какво каза той? Оставихме жените си, децата си, с една дума, семейството, т.е. не са семействоцентрични, а всичко са оставили и тръгнали. Да, Иисус Христос что им сказал? Какво им каза Иисус Христос за това? Ныне же получите там на небесах. Това, което оставихте, ще получите там на небесата. Во многократ больше и братьев, и сестер, и матерей, и отцов. И многократно много повече и братья, и сестры. И все Царство Божие будет вашим. И думовете ви смисъл, цялото Божие Царство ще бъде ваше. Скажи слава Иисусу. Слава на Иисуса. Давайте мы помолимся нашему Господу. Хайде да се помолим на нашия Господ. Иисус Христос. Иисус Христос. Ты наш Спаситель. Ти си нашия Спасител. И мы так уверены в Тебе. Ние така вярваме в Тебе. В том, что в любой момент нашей жизни, защото во всякий момент на нашей живот, ты можешь спасти меня. Ты можешь да спасишь меня и всички нас. Ровно настолько, насколько я на тебя уповаю. Само толкова, наколкото аз уповавам на тебе. Не дай мне отдаляться от тебя. Не ми позволявай да се отделям от тебе. Не дай мне выходить за ту зону, на которой ты не говоришь, чтобы я заходил. Не ми давай да говоря това, което ти не ми говориш. Дай мне быть всегда в зоне доступа. Дай мне винаги доступ до тебе. Чтобы ты всегда мог взять меня и спасти. За да можеш да ме вземеш в такъв момент и да ме спасиш. Господь, дай мне развить близость, взаимоотношения с Тобой. Господи, помогни ми да развия близост с Тебе. Господь, дай мне быть близким к Тебе настолько, насколько это возможно. Нека да бъда с Тебе близък на толкова, наколкото е возможно. Помоги мне и быть в такой же простоте, как написано, что и во Христе Иисусе. Помогни ми да бъда обикновен, естествен с Тебе. Чтобы, как апостол Иоанн, возлежать даже на Твоей груди. Толкова да бъда естествен направо като Йоан, който лежеше с главата си на Твоето рамо. Чтобы я как ребенок мог прийти к Твоим ногам и обнять Тебя. Защото като децата могат да дойда в краката Ти и така да ги обгърна. Господь, Ты совершитель моей веры. Господи, Ти си извършителя на моята вяра. И Ты совершитель моего спасения. И Ти си извършителят на моето спасение. Я не могу спасти себя самого. Аз не мога сам да се спася. Только Ты можешь меня спасти. Само Ти можеш да ме спасиш. Поэтому я доверяю Тебе свою жизнь. За това аз предавам живота си. И люблю Тебя всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью своей. И Ти обичам с всичкото си сърце и с всичко това, което е в мене. Силата и крепост и всичко. Слава Тебе, Господь. Слава на Тебе, Господи. Мы молились сегодня молитва согласия. Днеска се молим всички в молитва на съгласие. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В името на Иисуса Христа. В името на Отца и Сына и Святия Дух. Аминь. Аминь. Давайте еще раз. Слава нашему Господу.